Всем привет! Хочу рассказать свою историю насчет кольца. Мой молодой человек меня обманул, подарил мне кольцо в размере 5000 рублей, но когда дарил, сказал, что это кольцо стоит 100 тысяч. Изначально он знал, что я люблю, да, ну как бриллианты, там не какие-то побрякушки. Сам факт, что он меня обманул. То есть один раз обманул, и будет постоянно это продолжаться. То есть доверие мне к человеку пропало. За 5000 кольцо я носить не буду, я его сняла. То есть не то, что там я какая-то меркантильная, там из-за кольца я с ним, там. Я это кольцо не выпрашивала. Он сам говорил то, что это дорогой подарок, цени, там. И всегда упрекал этим кольцом. Ты мне не приготовил, я же тебе кольцо подарил. И просто не спрашивая цену, я такие подарки никогда в жизни никому не делал. С девчонками, там, Элла Суханова, мы нашли оригинал, да, и магазин, где он приобрел это кольцо. Так он до сих пор и не признается. Я говорю, покажи чек, там, сертификат. Он говорит, пойдем покажу в кошельке. Мы приходим, он начинает всяческие отмазки какие-то искать, ничего не покажу. И вечером на лобном он сказал, что вообще он сжег в лесу эти документы, сертификат. То есть где правда опять? Опять же. Он, естественно, недоволен, выставил меня виноватой, что якобы я должна была подыграть. И вообще как бы с этим кольцом, ну какая разница, какой там камень? Ну какая разница, если он сам кичился, что это дорогой подарок. Естественно, я пошла хвастаться всем девочкам, да, всем своим друзьям. И в итоге просто облажались оба. То есть он выставил себя и меня на посмешище. Ах, я, конечно, не такого хотела. Мужчину, просто он как-то нарисовала себе какие-то там мечты, там розовые мечты, воздушные замки. Не знаю. Ну, как бы не за кольца дело, да, ну, сам поступок, что обман. Он меня обманул. В последнее время врет на каждом шагу. Не знаю, что дальше от него ожидать.